Всем привет, друзья! Сегодня будет видео из разряда, как правильно подобрать плату на жесткие диски Hitachi. Это знают довольно-таки не все. Итак, скажите мне, что объединяет данные две платы с номером 0А90427 и 0А90351? Я вам скажу, они полностью взаимозаменяемые. Данная жесткая плата от современного Hitachi. А данная плата синяя от старенького Hitachi. Хотя может показаться, что наоборот. Да, такая зеленая, как бы синяя моднявия. Что же приключилось с этой платой? Она была залита кофе очень сильно. На первоначальных рисунках было видно, что вообще все было в кофе. Я еще дополнительно чистил. Камера, жалко, не передает запах. В растворителе 646 вымачивал ее, вычищал. Но, в общем, здесь уже дорожек не осталось. Если вы присмотритесь, то даже видно, конденсаторы послазили, резисторы послазили, все послазило, дорожки поплавленные. В общем, самый большой очаг вот конкретно вот здесь был. Умельцы из сервисного центра, скорее всего, сверху слегонца почистили, не вымачивая плату, сняли чип. Или даже, может, не снимали, просто пропаяли. Потому что когда я снял чип, под ним были остатки кофе. В общем, очень много очаговых было поражений. И было принято заменить плату целиком. Плата, как вы видите, на что стоит обратить внимание при замене платы? Как вы видите, платы практически одинаковые. Единственное отличие, что помимо цвета, что наша память здесь немножко скошена, и фирма Zentel. Здесь у нас Samsung. Но на память не стоит обращать внимание. Стоит, во-первых, обращать внимание на расположение элементов. То есть вот точечка, то есть сюда идет процессор, вот точечка сюда идет, здесь стрелочка, точечка, и здесь стрелочка, точка. То есть сюда идет главная первая ножка, идет самой прошивки, и здесь точечка, и здесь точечка. То есть сюда идут чип двигателя. Это очень важно, потому что если процессор или чип питания будет не в ту сторону, значит, вполне возможно, что ноги как-то могут не так быть распаяны, и вообще структура может не так быть распаяна, и оно не подойдет. То есть в первую очередь смотрим на расположение элементов. Ну и, естественно, элементы должны быть одинаковые. Здесь у нас процессор 88i9205-TLA2. Вот. И здесь у нас процессор такой же самый. Плюс здесь у нас TLS2601. И здесь у нас TLS2601. Но на некоторых платах с некоторыми ревизиями могут быть помимо TLS, дай бог памяти, я сейчас не помню, честно, ребят, я вставлю в видео, или если не забуду. То есть бывает еще другой тип. Но в первую очередь должны совпадать у нас процессор и чип питания. И во вторую очередь должно расположение элементов тоже полностью совпадать. Ну и плюс визуально с вами смотрим, что тоже вот линии, тут 4 линии идут в проц, тут также изогнуты 4 линии в проц. То есть платки должны развязку напоминать. То есть должна быть развязка приблизительно одинаковая.
хоть здесь она и разная. Видите, здесь вот взаимозаменяемая плата полностью. В общем, такие вот дела, народ. Надеюсь, вы мой месседж услышали. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставим лайки. Делаем репост, если кому-то очень понравилось. Всем пока.